Добрый вечер. Сделаем сейчас небольшой обзор по цитрусам, которые у нас из Испании в глине. Высокие, тяжелые, очень красивые, большие. Они практически все высокие. Все с приростами, все цветут, все в очень хорошем состоянии. Цена 3300. Дорогие друзья, это не уценка. Просто мы сделали скидки. Хотя сейчас в связи с тем, что повысился курс валют, по идее мы должны, собственно говоря, оставить цену прежнюю, как и была, 3600. Но раз мы приняли решение до праздников, что цены 3300 так и будут, значит, они пока так и будут. Поэтому смотрите, выбирайте, задавайте вопросы. Каждое индивидуальное растение мы сейчас сфотографируем, сделаем на них видео, поэтому пишите, с удовольствием ответим. И не нервничайте, если будут небольшие задержки, потому что сообщений много, а у нас, помимо всего прочего, есть ежедневная работа, которая с растениями, которая просто требует нашего внимания. Поэтому не обижайтесь, и мы просим еще раз вашего терпения. Вот такие вот. Аромат, конечно, вот вам не передать, как тут все пахнет. Все очень безумно пахнет, вкусно. Смотрите, выбирайте. Всего вам доброго. Лимон сиракузана. По высоте он 2 метра. Двухметровый. Молодые приросты. И намечаются бутоны. Такой красавец. Номер 2. Лимон сиракузана. В высоте 1,30 м, даже 1,25 м, такой пышный, весь в бутонах. Номер 4. Лимон сиракузана, сантиметров 145 по высоте, достаточно пышненький, весь в бутонах. Номер 5. Лимон сиракузана. В высоте он где-то 1,80 м. Достаточно такой компактный. Номер 1. Лимон сиракузана. 175 сантиметров, с молодым приростом, бутоны есть. Номер 3, очень хорошенький. Лимон сиракузана – очень продуктивный сорт, ремонтантный, прекрасно растет и плодоносит в квартире, в комнатных условиях. Лимон классический, средняя толщина кожуры, кислый, как положено, очень вкусный и очень классный сорт. Всем рекомендуем. Лимон сиракузана. Лимон Мейера, весь в бутонах, двухметровый. Номер 2, весь усыпан бутонами. Лимон Мейера, 1,95 м. Номер 4, тоже весь в бутонах. С молодым приростом. Лимон Мейера. 1,85 м по высоте, вот такой раскидистый. Номер 1, весь в бутонах и в приростах. Лимон Мейера также продуктивный, очень классный лимон для выращивания в квартире. Плоды у него оранжевого цвета, сочные. Некоторые этот лимон называют узбекский, ташкентский. Все это сорта типа лимона Мейера. Очень рекомендуем и этот лимон.
Лимон Лунарио номер 7, 108 сантиметров высотой, весь в бутонах, в цветах. Молодые прирусты есть. Лимон Лунарио. Лимон Лунарио номер 5. Высотой 175 сантиметров, весь в приростах и бутонах. Номер 5. Лимон Лунарио номер 6. Высотой 170 сантиметров, весь в бутонах, молодых приростах. Лимон Лунарио номер 3, высотой 185 сантиметров, молодыми приростами и бутонами. Номер 3. Лимон Лунарио также является продуктивным ремонтантным сортом, прекрасным для выращивания в квартире в домашних условиях. Это классический итальянский вкусный лимон. Прекрасен еще и тем, что у него пурпурные бутоны, пурпурные молодые приросты. И плюс ко всему он действительно очень вкусный. Тоже его рекомендуем. Лимон Лунарио. Апельсин Тарокко. Высотой где-то 125 сантиметров. Номер 4. Формировка питомника, мы ничего не трогали. Бутончик скоро сейчас зацветет. Красномясый апельсин. Номер 4. Апельсин Тарокко номер 1, 120 сантиметров, с молодым приростом и бутонами. Хорошенький, раскидистый. Формировка питомника. Номер 5. Апельсин Тарокко. В высоте 135 сантиметров. Апельсин Тарокко номер 7. 155 сантиметров, с молодым приростом, очень классненький, номер 7. Апельсин Тарокко номер 2, высота 150 сантиметров, такой пышный, с молодыми приростами. Апельсин Тарокко является пигментированным сортом сладких апельсинов. Тоже его рекомендуем для выращивания в квартире. Он также подходит. Конечно же, они любят припады температур, но если это не будет, то на качество плода это не влияет. Все равно он будет сладким, вкусным, красивым апельсином с небольшой пигментацией. Также его рекомендуем. Апельсин Тарокко. Чинота номер 1, 145 сантиметров, с плодами и молодыми побегами. Очень классно померанец, очень обильно, вкусно цветет, прекрасно укореняется, хорошо растет на своих корнях. Плоды у него бывают недоспелые, такие кисловато-пряные. Бывает, что они, когда переспеют, ну, созреют, достаточно сладкие. Очень необычный, очень приятный вкус и шикарные напитки из плодов этого цитруса. Апельсин сангвинелла 2 метра высотой, с молодыми приростами. Очень красивый, красномясый. Номер 1. Апельсин сангвинелла номер 2,
Высота 185 сантиметров с молодыми приростами. И назревают бутоны. Номер 2. Апельсин сангвинелла номер 1. Предыдущий был номер 7. Высота у него 2,10. Сангвинелла. Апельсин сангвинелла номер 4 высотой, если выпрямить ветку, то наверное 2,10, а так 170 сантиметров. Номер 4. Апельсин сангвинелла номер 3 высота 140 сантиметров. Также представляем еще одного апельсина из семейства кровавых. Это апельсин сангвинелла. Тоже сладкий, тоже хорошо растет, плодоносит прекрасно в квартире. Также требуется перепад температуры для подтверждения его пигментации. Но, в принципе, опять же, не влияет на качество плода. Сочный, сладкий, вкусный апельсин. Тоже его рекомендуем. Апельсин сангвинелла. Апельсин Валенсия 7, номер 7, 160 сантиметров. С бутонами, молодыми приростами. Какой красавец. Очень вкусный апельсин. Апельсин Валенсия номер 5. 140 сантиметров высотой, весь в бутонах. Апельсин Валенсия номер 4. 155 сантиметров высотой, с молодыми приростами, и где-то были бутоны. Номер 4. Апельсин Валенсия номер 1, высота 145, весь бутонок. Номер 1. Апельсин Валенсия номер 2, высота 160 сантиметров, весь в бутонах и молодых приростах. Апельсин Валенсия вы можете приобрести в любом магазине, но, конечно, он не будет таким замечательным, как выращенный в ваших домашних условиях. Это очень вкусный, очень сочный, очень сладкий апельсин с небольшой кислинкой. И он действительно очень сочный, очень ароматный, поэтому мы его также рекомендуем. Апельсин Валенсия. Апельсин Навелина номер 1, 135 сантиметров, весь в молодых побегах и бутонах. Апельсин Навелина номер 2, 145 сантиметров, молодые приросты и бутоны. Апельсин Навелина номер 6, 140 сантиметров, весь в бутонах и молодых приростах. Апельсин Навелина номер 3, 125 сантиметров, весь в бутонах и молодых побегах. Еще один сладкий, чудесный, прекрасный апельсин Навелина, который тоже мы рекомендуем. Он очень сладкий, это побочный сорт. Также чудно растет и плодоносит в квартире, поэтому тоже пригоден для выращивания. Апельсин Навелина. Апельсин Авали Калабреза, 145 сантиметров высотой, весь в бутонах, очень ароматный, молодые приросты. Овальный апельсин, сладкий, сочный, тоже рекомендуем. Мандарин Миагава, 110 сантиметров высотой. Мандарин Миагава, крупные плоды, очень сладкий и сочный, без косточек. Мандарин 110 сантиметров высотой,
номер один. Мандарин номер два, высотой 160 сантиметров. Мандарин высотой 145 сантиметров. Цветет. Завязями. Мандарин 140 сантиметров высотой. Завязями. Молодые побеги. Довелось нам попробовать этот сорт мандарина, который идет как мандарина. Он очень сладкий, очень сочный и есть небольшое количество косточек. Но действительно без кислинки очень вкусный, очень вкусный мандарин. Клементин номер 2, 185 сантиметров высотой, с молодыми побегами и цветущие. Растение взрослое, плодоносил. Плоды очень вкусные, сладкие, с косточками. Клементин номер один, 130 сантиметров высотой, с завязями, бутонами и молодыми приростами. Сладкий, сочный клементин с косточками чем-то напомнил нам миньолу. Очень сочный и очень сладкий. Лайм Таити 140 сантиметров высотой, с молодыми приростами. Персидский сорт лайма, вкусный, с кислой. Это Дольче Романо 120 сантиметров высотой, номер 2, с бутонами, молодыми приростами. Сладкий элемент и сладкий лайм. Лимета Дольче Романо номер 2, 110 сантиметров высотой, с бутонами и приростом. Плоды у этой лиметы сладкие, сочные. Бергамот номер 1, 145 сантиметров высотой. Формировка питомника. Бергамот номер 2, 135 сантиметров высотой. Безумно ароматный бергамот. Запах чудный. Можно использовать и плоды, и листья. Очень рекомендуем. Лимон Росса, красный апельсиновый лимон, 120 сантиметров высотой, с бутонами, молодыми приростами. Лимон Росса. Его иногда называют лимономедика пигментата, красный лимон. Мексиканский лайм номер 5, 115 сантиметров высотой. Бутонами, молодыми приростами. Мексиканский лайм 130 сантиметров высотой, номер 3, даже один плодик есть, с бутонами и набухают почки. Обалденный классический лайм, плоды у него мелкие, с куриное яйцо, но он очень обильно цветет, обильно плодоносит, очень-очень классно растет, быстро разрастается, сорт супер. Микроцитрус номер 4, красный, 120 сантиметров высотой, с молодыми приростами и зависть даже есть. Микроцитрус красный номер 1, высота 150 сантиметров, с молодыми приростами и бутонами и завязями. Астролазик или микроцитрус. Плоды у него овальной формы, похожи на икринки внутри. Кислый, как лимон. Очень прекрасный для рыбных блюд, мясных. Рекомендую. Грейпфрут. Белый грейпфрут. Сантиметров 150 высотой. Дает молодые
повредил клещ. Он на оценке 3000 рублей. Классический белый, обычный вкусный грейпфрут.